Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Мне 43, мужу 58. Последние полгода я мало работаю, много времени провожу дома, вынужденно. Последнее время мы с мужем стали часто ссориться, можем поругаться и долго не разговаривать. Я стала очень агрессивно реагировать на его слова, вспоминать старые обиды. Если раньше он сказал что-то обидное, я тут же забыла, то сейчас нет скандала. Еще стало очень ревниво. В мужскую смену, где работает муж, пришли две молодые сотрудницы. Им все внимание в мужском коллективе. После работы отвозят на машине домой. На что я мужу сказала, только попробуй посадить в нашу машину. Поначалу я постоянно рассказывал про этих девушек, но я дала понять, что мне это неприятно. И вот, буквально на днях, у них на заводе был медосмотр. И он мне пишет в WhatsApp, что девочки напросились после медосмотра с ним в город, чтобы не ждать автобус. И он не смог отказать. Сидел час, ждал, пока пройдут всех врачи и развезти по домам. Рассказав мне, естественно, получил скандал. Сказал, что я стал в последнее время невыносимо. Не знаю, как мне реагировать, вроде ничего страшного не случилось. Но он знал, как я к этому отношусь. И получается, назло мне? Что со мной происходит, не понимаю. Как мне быть? Смотрите. Во-первых, как вам быть, чтобы что? Чтобы что? То есть, ну, чего вы хотите-то? По итогу. Вот. А если у вас... ну, скажем, есть такое впечатление или такие мысли, что муж все-таки поступает неправильно. Да? Это одно дело. Если вы как-то, ну, допускаете, что дело в вас, это другое. Но, на мой взгляд, нужно, конечно, как-то выработать свою позицию по этому вопросу. Вот. Ну, плюс-минус. Потому что иначе ну, вам будет просто ну, довольно сложно как-то вот опираться на себя в этой ситуации. Сейчас основное противоречие заключается в том, что вроде бы вы, ну, как-то ссоритесь со своим мужем, вроде бы вы ну, он вас вроде бы раздражает, вроде бы, но в то же время вы его ревнуете, то есть хотите, чтобы он был вот, ну, только с вами, да, к примеру, и так далее. Это вот такое, ну, противоречивая ситуация. На которую вам нужно обратить свое внимание. Если, о, если муж как-то вас раздражает,
что это одно дело, он вам, ну, неприятен, и вам хочется, чтобы он был подальше от вас. Если вы его ревнуете, то, по крайней мере, гипотетически, по крайней мере, по умолчанию, он вам дорог, вы хотите, чтобы он был с вами. И то, и другое состояние желательно выражать, проговаривать, брать ответственность. Вот. Понимаете, да? Вот. Это первое. Второй момент. Ссора, которые, ну, которые возникают у вас с ним. Это психологическая игра, значит, ну, в данном случае психологическая игра скандал. Вот. Здесь нужно, чтобы вы сами поисследовали эту игру психологическую. Ну, она есть в интернете, можете про нее почитать. Вот. И увидели в этом себя. Увидели в этом как-то вот свое, ну, поведение, да, свою активность какую-то. Вот. Это очень важный момент, потому что пока вы не увидите свой вклад в конфликт, вам будет сложно. Ну, достаточно. Дальше. Вы пишете о том, что в последнее время, последние полгода мало работаете, много времени проводите дома вынужденно. Ну, понятно, что бывает все. Понятно, что случается все. Вот. Понятно, что разные вещи происходят, не самые приятные. А вопрос заключается в том, что вы можете адаптироваться. То есть вы либо, ну, как бы, вы либо можете адаптироваться к этому, к тому, что, ну, вот, как-то с вами произошло.
Либо вы можете не адаптироваться, оставив все как есть. Вот. И тогда ничего не изменится, да, вы будете чувствовать неудовлетворенность в общем и целом, ну, то, что вот о чем, например, написал мой коллега Кудряшов Игорь Леонидович, да? Вот. Такая вот история. На мой взгляд, вот, то есть с изменениями в вашей жизни нужно, можно и нужно работать. Дальше. Вы пишете, значит, в последнее время мы стали с мужем где-то ссориться, это психологический игра, скандал, можем поругаться, долго не разговаривать. Вот опять же здесь вы говорите «мы», но каждый из вас вносит свою лепту в конфликт. Соответственно, нужно смотреть в данном случае, нужно смотреть, какую лепту вносите вы. Вот. Это очень важно. Вот. То же самое. То же самое. Касается того, что вы не говорите. То есть, ну, не разговаривал. Вы вносите в это точно такой же вклад, как и ваш муж. Вот. И, на мой взгляд, это также необходимо исследовать. То есть, какой я, вот конкретно я, вношу вклад в то, чтобы не разговаривать ну, со своим мужем, да, то есть, что я делаю для этого, именно я, не муж, я. Это принципиально важный момент, потому что, опять же, без этого момента, на мой взгляд, вы так для себя, ну, ничего не выявите, не проясните, вот. Единственное, что хочется только сказать, что вот, ну, как бы немного смущает, да, немного смущает то, что вы говорите «мы». Вот, кто такие «мы», да, вот. В данном случае не совсем понятно, кто такие «мы». Вот. Кто есть «мы». Дальше. Я стала очень агрессивно реагировать на его слова, это на старабе, но старабе, скорее всего, как копили своих, проглатывали, сейчас это вот стало довольно сильно. Если раньше казалось, что это обидно, я тут же забыла, сейчас нет скандала, что изменилось. И опять же, то же самое, какой вклад вы вносите в этот самый скандал. Вы пишете, стала очень ревнива, с чем это связано, что вы стали ревнивы? Дальше вы пишете, значит, что муж вам рассказал про новых сотрудников, на что ему сказал, только попробую посадить их в нашу машину. Вот опять же, если даже есть ощущение, что вы к мужу относитесь, ну вот в какой-то степени, да, как родитель, только попробуй, это угроза, вот. Ну и, конечно, есть элемент того, как вы обращаетесь со своими чувствами. То есть вот отсутствие навыков, я бы сказал,
конструктивного общения здесь. Вот, значит, дальше вы пишете, рассказав мне, естественно, получил скандал. Вот здесь вы противоречите себе немного, потому что если это естественно, как вы говорите, если это естественно, то в чем тогда проблема, если это естественно? Если вы считаете это проблемой, вот, то, конечно, с этим можно и нужно работать, если вы считаете это проблемой. Вот. Но пока не совсем понятно, считаете вы это проблемой или нет. Потому что, ну, вы говорите, как бы, естественно, то есть предполагается, что вы уверены в своей правоте, если вы называете это естественно. Вот. То есть, как это вот в данном случае можно, ну, понимать, да? Вот. То есть, тут такой вот момент. Вот. Ну, то есть, это вот... Сначала надо бы... ну... снять противоречия, которые у вас есть, вот, снять, чтобы позиция была четкой. Она может быть какой угодно, да, но нужно, чтобы она была четкой. Это такой аспект. Вот, собственно, то, что я бы хотел вам ответить. Что касается того, что вы не знаете, как реагировать, то вы уже реагируете как-то на это. Вам нужно просто несколько лучше постараться увидеть, что именно это за реакция. Вот. Обиды, которые у вас есть, можно прожить, чтобы они перестали вас беспокоить. В этом поможет психолог. Вот. Ну и... вот. Если как-то смотреть на ситуацию с вашим мужем с точки зрения отношений, то я бы сказал, что вы утратили со своим мужем общее что-то. Просто утратили. К сожалению. Вот. Это можно восстановить, но это индивидуальная работа. Опять же. Сначала. Вот. Ну, сначала. С вами. Потом, может быть, и с вашим мужем тоже. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью, вам она пригодится.